Привет, друзья! В прошлом году... А нет, какой в прошлом году? Весной выставляла видео, как мы пахали здесь целину. Весной пахали и сажали... Я черт, иди в баню. Картошку. Да иди ты! Вот, картошку мы сажали прямо на целину, ну, то есть мы ее обработали, задисковали сначала и перепахали. Перепахано, перезадисковано, точнее. Было очень плохо, видео я это показывала, объясняла. И пришла, пора копать картошку, копаем вручную, потому что фиг знает, где здесь рядочки, здесь практически не было окучено, сорняк, пырей, как пер, так и пер, и, ну, пололи, естественно, все делали оно. Полностью от травы избавиться не удалось. И вы знаете, что хочу сказать? Урожай нас очень порадовал. Сейчас собираем гнезда. Такие у картошки хорошие. Картошка крупная. Это несмотря на то, что это целина, которая не пахалась в осень. Ну вот, друзья, такая картошка уродилась на целине, которая пахалась только весной. Вон, видите, сорняк. В общем, не обработано ничего. Ну, урожай, если честно, нас так откровенно порадовал. Вот такая картошечка бывает и крупнее, прям больше моей ладони. И она, в принципе, вся хорошая. Такой мелкой очень мало. Вот смотрите, картошка с целиной. Ой. Мне кажется, очень хороший результат. Для такой земли, которая годами не обрабатывалась, которую мы осенью даже не пахали, а весной задисковали и прошли с плугом. И то задисковали нам, из рук вон плохо. Я в прошлом видео уже об этом говорила. Вот так вот. А, картошка. Что за сорт, я не знаю, но мы привозили ее из Смоленской области от знакомого хорошего друга нашего. Презентовал он нам. Вот так собираем. Потом скажу в конце видео, сколько с одного ряда у нас получается картошки и какой длины рядки у нас. На земле очень много пырея. Пырея прям шандец много. И огорчает то, что он прорастает через картошку. Это вот корень пырея. Пырея. И он пророс через картошку. Вот так вот. Попадается такая картошка, порченная пыреем. Еще в пырее, в корнях вот в этих, живет проволочник. Поэтому первостепенная задача наша изничтожить этот пырей. Вон я вытаскиваю. Вон, видите, вытащила корень пырея. Тут рос в картошке. Да, картошка закончилась. Началась мелочевка. Вот так пырей. Ой, да, пырей прорастает в картошке. Ой, насквозь прям.